Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Алексей, мы продолжаем играть в Planet Base. За кадром я немножечко изменил базу. Так, тут вот у нас достроилась, во-первых, антенна, видите, да, работает. Также была построена еще одна антенна большая, построен еще один аккумулятор. Так, ну тут у нас небольшие трудности с электричеством были. Но не без этого, не без этого. Ну и, как вы видите, я перенес все-таки чуть-чуть ближе к столовке космопорт. Это позволило вот сюда вот сделать вот такую вот лазейку, скажем так. Так, кто к нам прибыл? Смотрим. Два рабочих прибыли. Хорошо. Так, колонисты. Нам нужны биологи, нам нужны рабочие. Так, и прибыл торговец. Так, колонистов пока давайте отключим, потому как у нас, смотрите, уже 102 человека на базе проживает, хотел сказать, произрастает. Так, и остался у нас, в принципе, один патент неприобретенный. Это патент ветротурбин больших голиафов. Так, 45 комиссии. Так, а что тебе продать? Разве что только пистолеты. Разве что только пистолеты. Так, запчастей. Так, давайте посмотрим на ресурсы. 8 запчастей. Так, 12 пистолетов. Так, ну можно один толкнуть, в принципе. Так, и... Так, с едой вот у нас напряженка, поэтому колонистов больше не надо, наверное. Так, что тебе еще? Пластик. Лекарства я не буду продавать, потому как у нас было почти 30. По радиосигналу прилетела группа облученных людей, и все почти лекарства на них ушли. Но и денег они заплатили, видите, да, не кисло. Так, можно, в принципе, вот лекарственных растений чуть-чуть им загнать. Да давайте на все. Вот так вот. Все, торгуем. Так, вот, в общем, получилось, как я сказал, сдвинуть немножечко его вот сюда. И поместился у нас генератор кислорода. Правда, влез только мелкий, большой не влазил, но этого хватило для того, чтобы делать вот сюда вот, выходить нашей базе для развития. Здесь вот я построил большой буфет. Ну, популярностью пока он не пользуется, но другое какое-то здание, допустим, большая гидропонка, она сюда не влазила. Склад наш функционирует уже. Как вы видите, здесь у нас все засажено вот модифицированным луком, модифицированными помидорами, ну и остальное по мелочи. Так, сюда вот тоже я. Вот опять проблемы с энергией. Так, а у нас ночь заканчивается, да? Так, здесь тоже я умудрился немножечко подчистить вот эту гору. Вместилась у нас малая каюта. Ну и от нее я поставил вот эту вот приблуду. Теперь уже средний, вот, а не мелкий. Пускай стоит. Вот, в общем, как-то так. Как-то так у нас получается. Так, гроза — это хорошо. Хорошо в том плане, что через вот эти вот громоотводы, может быть, нам энергия поступит. Так, в складах пока у нас надобности большой нету. Так, что у нас рабочие? Ну, недовольные бульонки — это есть. Это есть, от этого никуда не деться. Никак вот не привезут нам последний патент. Давайте посмотрим. Вот буквально все у нас приобретено. Остался патент на турбины Голиафы. Дело в том, что не хочу я пока, вот энергии не хватает, но не хочу я строить опять вот эти вот мелкие. Сейчас у нас опять будет общее отключение, конечно. Но я думаю, ненадолго. Так, вот, расходуется у нас последняя энергия. Так, ну молния не туда немножко, блин. Не туда бьет, куда надо.
Так, наступает день, конечно, но вот эти вот панели нам мало чем, скорее всего, помогут. Идет дикий перерасход. Хоть и вот ветротурбины на всю. Блин, придется, наверное, все-таки ставить еще одну вот такую вот. Потому как, ну никак. Так, сейчас шарахнет нам. Ветер стихает. Так, ну смотрите, вроде и тучи уходят, нет? Да нифига они не уходят. Сейчас у нас начнутся проблемы. Так, наполовину работают солнечные панели. Вот буквально не намного опережает потребление расход. Так, ну ждем торговца. Торговца с большими ветрогенераторами. Давайте я, наверное, нажму на паузу, дождусь этого торговца, и уже потом с вами мы увидимся. Так, ну пришлось мне все-таки построить еще две такие вот ветротурбины, потому как стратегия моя была неверна. Вот, из-за отключения электричества вот у нас здесь на гидропоночках немножечко катастрофа произошла. И еда, видите, дефицит еды. Так, но этот вот нифига вот он не привез. 40 комиссий, ну что с тобой делать? Деньги у тебя все выудить. Только так, наверное. Так, робота не надо, 418, да? Что тебе продать на эти деньги? Так, пушек у нас много. Так, 5 пушек продадим ему. Так, один пластик. Один пластик. Руды много тоже. Вот можно штуки 2 руды продать. Нет, что-то дофига. Вот так вот. 410. Руда у нас что, по 10, что ли? Я думал, по 5. А по 5 у нас ничего нету, да? Ладно. Оставим ему на развод тогда. 6 копеек. И будем торговать. Сейчас, я надеюсь, биологи наши восстановят работу. Все, 24. Маловато, конечно. Маловато биологов. Но они вроде бы справлялись, пока не было отключения электричества. Будем надеяться, что все наладится. Так, что ветротурбины наши вот эти построенные все-таки помогут немножечко, но хотя бы аккумуляторы заполнены у нас. Конечно, запас энергии нужно, наверное, побольше делать. Еще один аккумулятор, скорее всего, построить желательно бы. Вот такой вот, самый большой. Так, и вот это соединение потом разберем. Да, пришлось построить. Тут уже не до загибания пальцев было. Вот сюда вот гидропонная ферма большая не ставится. Я хочу большую. Сейчас опять довыделываюсь. Так, наши пищевые склады почти пусты. Да. Все правильно. Все правильно. Так, а пока все это дело начнет опять плодоносить... Входящая передача.
Так, большую группу пострадавших, которые просят помощи, надо вылечить, от радиации спасти. Медикаменты, накормить и зрелищ. Награда за гостя одна единица престижа. Так, ну вылечить, допустим, сможем мы, а накормить нет. Вы дадите добро на посадку? Нет, не дам. У нас жрать нечего, друзья. К сожалению. Тут такие жертвы мне, как говорится, не канают. Вон у самого все голодные ходят. Такой у нас сейчас будет крах в финале, да? Я понимаю, что престиж это важно, но... Так, блин, опять сосед сверлить начал. Заколебал. Так, ладно. Что у нас тут? Чинятся вовсю роботы. Хорошо. Это хорошо. Так, ну давайте все-таки, наверное, я за кадром дождусь этого торговца. Так, пошла еда немножко. Вот, слава богу. Наладили биологи. Значит, биологов все-таки хватает, да? Наладили биологи производство. Полили все наши растения. Удобрили там, что они с ними делают. Так, по сути, у нас-то всего две гидропонки, да? Всего две гидропонки. Нам нужно третью по-любому. Такая здоровенная база на 100 человек. И эти гидропонки ее не обеспечивают. Так, тут что у нас? Тут у нас едет робот. Для того, чтобы построить аккумулятор. Да, вот пока у нас с запасом теперь, благодаря этим турбинам вроде бы. Ну, пускай строит. Сейчас, может, еще на 20 тысяч энергии будет побольше запас. Так, построил, это можно разбирать. Да. Вот сразу зацепи металл. Куда поехал? Редиска. Вот теперь он будет здесь лежать до посинения. Этот металл, чувствую я. Так, ну ждем торговца тогда. Так, дождался я, друзья, вот оно. Вот он, патент на турбины Голиаф, и прилетел к нам вот такой огромный корабль. И вы видите, что творят. 50 комиссий. 600 стоит, но, смотрите, мы наторговали, мы не зря торговали пистолетами. Так что мы сейчас у него просто тупо за деньги его купим, и все. Нет, я тебе даже одной монетки не отдам. Мог бы комиссию поменьше сделать. Все. Патент приобретено, технократия достигнут. Вы приобрели все существующие технологии. Вау! О, как эпично, да? Корабль полетел. Отдал нам последнюю технологию. Теперь у нас есть все. Полная технократия. Так сказать. Так, ну давайте время не тянуть. Время не тянуть, а строить. Строить эти самые турбины. Так, вот эти будут разбираться. Вот где-то здесь мы давайте, наверное, будем все это дело сооружать. Так, так и вот так. Вот такая вот дурмашинка у нас теперь будет. Так, сюда никак. Ну вот что ж вы за люди такие, а? Так, ладно. Ну вот так давайте. Так. Сразу еще одну, наверное. Нет. Пускай сюда сначала металл натаскают. Здесь нам нужно сколько? 7-8 металла. У нас доступно 9. Все, пускай сюда таскают. Потом разберем какую-нибудь... Вот здесь, допустим. Разберем вот эту вот турбинку. Здесь будет металл.
Начнем строить другую. Как-то так. Как-то так, все постепенно. Иначе я сейчас наставлю этих турбин. Они не в одну будут носить, а по чуть-чуть. Три сюда принесут, три сюда принесут. Металл закончится. И будут у нас стоять непостроенные все эти вещи. Так что будем делать это все постепенно. Не торопясь. Не торопясь. Еда, как видите, по чуть-чуть опять-таки налаживается. Так, строят. Хорошо. Отлично. Отлично построили. Так, здесь металл забрали. Хорошо. Вот теперь мы смело можем разбирать, допустим, вот эту турбину. Правда, она нам всего 4 металла даст, но доступно 7. Планируем тогда еще одну. Где-нибудь тут рядышком. Вот так вот. Вот так хочу, чтобы было. Так. Все. Да и вот здесь тоже соединение. Вот это мы можем разобрать теперь. Будет еще один металл. Сейчас он сюда как раз и используется у нас. Так, ну а тут сейчас разберем вот эту турбину. И будем тут строить большую гидропонную ферму. Это нам очень будет нужно. Так, а вот уже и 8 доступно. Отлично. Сейчас они сюда его перетаскают. Оп. Зарядила аккумулятор нам громоотводная установка. Все, хорошо, все патенты приобретены. Да я великий технократ, друзья. Куда пошел? Вот эту сделай. Вот эту сделай, говорю. Редиска. Так, ну вот эти, к сожалению, уже не переделаешь. Потому как сюда большие просто-напросто не влезут уже. Пускай будут. Пускай будут. Так, разбираем. Разбираем еще одну турбинку. Да. Все. Место, кстати, освободили. Отлично, давайте ставить. Давайте ставить эту самую гидропоночку здоровенную. Вот так вот. Будет она у нас рядом с кислородным, точнее с генератором кислорода. Так, по водичке у нас 19.32. Хватит, мне кажется, с запасом на нее. Должно хватить, по крайней мере, с запасом. Все, соединение построил. Молодчина. Вот за то, что мне нравятся эти роботы. За что? То, что они быстро, оперативно срабатывают. Иногда тупят, не без этого. Но смотрите, как заряжают наши аккумуляторы. Может, стоит еще один аккумулятор поставить. Так, про запас чисто. Ну да, это уже, наверное, потом мы будем делать все. Так, чем живут наши люди? Так, спать хотят, есть хотят, спать хотят и есть хотят. Так, вот сюда мы все равно не будем уже развиваться. Сюда можно будет спальню отбабахать. Большую получится? Нет. Мелкую получится. Тогда лучше каюту, наверное. Да. Каюта все-таки. Так, торговый корабль приземлился. Входящая передача.
Так, ну опять у нас еды нету. Группу страждущих, которые просят помощи. Нет, нет, мы не сможем вам пока помочь, друзья. Так, торгаш, что ты нам можешь предложить? Так, ну деньги нам, не знаю, нужны ли. Так, вот еду, кстати. Еда это хорошо. 65. Вот сволочь, а. Лети отсюда. Нельзя наживаться на чужом горе. Передай другим, что так не поступают. Очень некрасиво с твоей стороны. Очень некрасиво. Так. Что у нас по ресурсам? Ну, энергия пока нормально. С запасиком все-таки удалось мне зарядить эти аккумуляторы. Хорошо, тут все работает. Ну, да, продуктов. Продуктов не хватает. Но сейчас мы построим еще одну гидропоночку. Так, три металла, два пластика. Вот что ты сюда повез? Вот что ты сюда повез? Вот, друзья, что происходит, когда ставишь несколько объектов. Они пытаются распределить равномерно зачем-то. Зачем? Вот сюда два пластика как раз нужно было. Вот сюда бы и привезли. Вот сейчас в соединение повезет сюда. Ну что ж вы за... Хотел сказать, за люди такие. Бестолковки. Все-таки бестолковки вы железные. Так, а теперь вот сюда вот он возит. Доступно 3. Ну, доступно же. Где? Ух ты, тут очередь, елы-палы. Тут очередь. Надо бы тогда еще один шлюз организовать, нет? Или нафиг он нужен здесь, да? Вот здесь бы неплохо было бы его сделать. Но здесь он никуда, зараза, не становится. Абсолютно. Вот здесь бы идеально просто было шлюз поставить. Но не дают. Не дают. Ну, не даете, как хотите, как говорится. Здесь тоже никуда не дадут его влепить. Ну, сюда смысла нету его шлепать. Здесь шлюз есть. Вот как-то так. Как-то так. Нигде, нигде он здесь у нас не встанет. Разместите рядом с существующим. Идите вы знаете куда. Разместите. Советчики мне тут нашлись. Вот эти болота метановые нашлепали. А теперь кричат, разместите там-то, разместите там-то. Так, два металла осталось. Так, ну есть же два металла. Где? Так, один вижу. Один вижу, металл поехал. Так, где еще один металл? Вот он, еще один металл. Все, сейчас нам построят нашу гидропоночку. Ну, а для стоек у нас биопластика, в принципе, хватает. Так, спальня это пока по мере возможности. Так, а куда он повезет? Вот сюда надо везти. Сейчас он, не дай бог, вот сюда вот повезет. А скорее всего так и будет. Потому что я говорю, они иной раз тупят по-тяжелому. Нет, сюда привез. Ну и еще один. Еще один привези. Где вы там? Везет. Везет еще один. И везет инженер. Судя по всему, сразу же будет заниматься этим объектом. Хорошо. Отлично. Ну куда ж ты лезешь? Ты видишь, здесь строится. Ха.
Опять сквозь поехал. Вот интересно, сейчас если построится, он останется внутри. Так, бывает, нет? Так, ну давай уже шустрее все это дело. Заканчивай. Хотелось бы уже начать стойки делать. С продуктами. Все, есть такое дело. Так. Ну, кислород как медленно. Хотя рядом с кислородным генератором находится. Ладно. Так, давайте крахмалистых, наверное. Здесь вот наставим. Так. Ну и давайте. Кого? Лучок. Лучок, наверное. Модифицированный. Люблю лучок. И колонистам советую. Вот как-то так. Пока что. Так, каюта построили. Молодцы. Сейчас пластик у нас улетит. Со страшной скоростью. Но зато все будут выспавшиеся и сытые. Вот так вот. Все у нас строят, все у нас устанавливают. Хорошо. Просто замечательно. Кто там, а? Так. Торгаш. Что ты нам привез? Ох, всего навез. Всего навез. 50 комиссий, говоришь. Так, а что бы у тебя взять? Я не знаю. Еды, если только. Давай, давай еду, раз уж на то пошло. Вот так вот. Остальное мне не надо. Так, 307, вот это вот все. Ну ты, батенька, крохобор. Ну, по сути, нам деньги больше ни для чего уже же и не нужны. Потому как мы все технологии скупили, остается только вот так вот. Торговать, переторговывать и т.д. и т.п. Торгуем. Все. Смотрите, сколько жратвы, мужики, я вам купил. Идите, таскайте, забирайте. Таскайте, забирайте. Так, там все у нас устанавливают. Хорошо. Так, воздушный шлюз остался без кислорода. Это где? Это как? Почему? Много народу здесь ерзает. Ну да. Ху-ху-ху. Не кисло, я вам скажу. Может, имеет смысл здесь соединение сделать? Стол у нас не уйдет. Ушел. Стол ушел. Так, придется здесь тогда еще один стол обсерватории поставить. Вот так вот. Чтоб поближе генератору кислорода у нас все это дело было. О, пошли, пошли, пошли. Так, как тут биологи? Биологи потихонечку справляются, да? Нормально. Опять без кислорода. Но это я понимаю, почему здесь вон сколько народу у нас торчит. Они дышат просто всеми фибрами, наверное. Сейчас пока не перетаскают это все. Рис. Еда. Курица. Биолог. Еда, бургер.
Ну. Да, не хватает, конечно, второго шлюза. Но ввиду того, что здесь и пираты могут ерзать, и... Это я... Поэтому второй шлюз тут рядом и не ставлю. Так, что у нас с энергией? С энергией все просто замечательно. Просто лучше не бывает, можно так сказать. Так, построили у нас, ага, вот эту снесенную консоль. Хорошо. Хорошо. Антенки работают. На 50%, на 65% у нас ловят. Так, слушайте, имеет смысл, наверное, вот здесь, как связующее звено, поставить еще одну вот такую вот громоотводную приблуду. От 2 до 5 металла. Ну, на 5, скорее всего, будем ставить. Но у нас металла сейчас нету, да? Руда есть, металла нету. Так. И тогда стоп. И тогда у нас мы сюда базу не продолжим. Так, нет. Не пойдет. Не пойдет. Мы лучше, когда вот эти вот уберем генераторы, где-нибудь здесь ее воткнем. Или же можно поставить где-нибудь тут. Вот. Как-то так. Можно? Можно. Вот здесь, да? Так, этих у нас докуда хватает? Ага, до сюда и до сюда. Да, вот эта часть у нас не защищена. Давайте вот здесь где-то ее ставить. Как металл появится, она у нас соорудится. Так, что здесь? Соединение строит. Отлично. Все? Вроде бы. Вроде бы все. Так, что у нас тут с гидропонкой? Спальня пользуется популярностью. Гидропоночка не справляются. Так, по людям у нас 36 рабочих, 24 биолога. Давайте биологов звать. Ну вот так вот, 80 на 20 сделаем. Биологи нужны, вот, вот оно пошло. Не справляются биологи. Но еды теперь должно хватать. Если биологи будут справляться, еды теперь хватать, в принципе, будет. Так, сейчас они перетаскают это все дело. О, кильдым какой. Так, ты кто? Ты у нас торговец. Чем торгуем? Деньгами? 50 комиссий. Да не надо нам ничего. Лекарства у нас... Прошу прощения. Лекарства у нас есть. Вот, а еды ты нам не привез. Поэтому лети во свояси. Так, здесь с мелкой гидропонкой справляются. О, здесь еды, смотрите, сколько скопилось. Нормально. Так, кто там? Так, судя по всему, прилетело много-много-много колонистов. Да, целых два. Целых два биолога. Хорошо. Нет, не два, а три. Сиамские близнецы, наверное, пошли, да? Три биолога. Но это то, что доктор прописал, друзья. Это то, что доктор прописал. Что ж, сейчас еда появится, теперь мы можем
наверное, приглашать. Точнее, с радиопередач вот этих вот мужиков можем обеспечивать. Так, что у нас с металлом? Доступно 2. Сюда носят, нет? Да, еще 3. Да, боты таскают. Боты таскают. Сколько у нас их? 14 перевозчиков. 6 строителей. Простите. И роботов-бурильщиков 9. Ну, хорошо. Хорошо, пусть работают. Пусть работают. Оп. Зарядили нам аккумулятор молнии. Прекрасно. Пока что мне все нравится. Так, ну что ж, друзья, буду я, наверное, на сегодня заканчивать. Вот. Следующая серия у нас, скорее всего, будет стрим. Поэтому в ожидании стрима, кому нравится этот летсплей, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. И увидимся уже на стриме. Всем всего, друзья!